Всем привет! Сегодня 20 января 2024 года. В этом здании было кафе «Солнышко» в советское время. Нахожусь на Почтовом переулке. Вот он. Там был магазин «Школьник», кафе «Солнышко» и «Юный техник». Там сейчас красное и белое. Вот детский парк переливается разными огнями. Особенно меня вот эти фонари впечатляют. Здорово смотрится. Ну, плоховато, конечно, видно. Далее вот Богоявленский собор через реку Орлик. И вот такая беседка серебристо-золотая с драконом. Сейчас подойду, поближе сниму. Снимаю без стабилизации, потому что темно. Поэтому... немножко дрыгается изображение. Фонари вот здесь такие интересные. Вот магазин, бывший «Юный техник», сейчас красное и белое. Подвесной мост. Звонят колокола в Богоявленском соборе. И вот такая беседка с драконом, символом этого года. Надувная кукла. Поддерживает в ней давление, думаю, электромотор какой-то. Вот такой вид сбоку. И вот такой вид спереди. Яркая, красочная, надувная кукла. Золотой беседки. Богоявленский собор. В советское время в этом здании размещался кукольный театр. Вот такое место. Река Орлик подо льдом, по льду ходят утки. Их кормят орловчане. Вот. Река Орлик полностью замерзла. В этом месте. Там Александровский мост. Вот такой общий вид на Почтовый переулок. А здесь ниже плотины открытая вода, и здесь тоже обитают утки. Такое движение происходит постоянное. Орлик. Часовня, Богоявленский собор и вид на замерзшую плотину. Шумит вода. 19 часов вечера, суббота, 20 января 2024 года. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. А температура где-то градусов минус 5. Ветра нет.